Сегодняшнюю встречу судят первый судья Михаил Непомнящий, всероссийская категория «Город Северск». Второй судья, судья всероссийской категории «Мастер спорта России» Илья Голосков, город Москва. Судьи на линии Иван Никулин, Алик Гелязов, Казанская коллегия судей. Секретарь матча Любовь Гелязова, город Казань. Инспектор матча, почетный спортивный судья России, арбитр международной категории Равиль Советов, город Москва. Стартовые составы команд. Команда Ярославич. Номер первый Иван Пискарев. Номер пятый Владислав Желтов. Номер одиннадцатый Сергей Локтионов. Номер тринадцатый Александр Воропаев. Номер пятнадцатый Вячеслав Тарасов. Номер шестнадцатый Александр Мельников. Либеро команды номер седьмой Александр Соколов. Главный тренер команды мастер спорта Юрий Филиппов. Старший тренер мастер спорта Сергей Топер. Стартовый состав команды «Зенит Казань». Номер третий – Андрей Сурмачевский. Номер пятый – Лоран Олегна. Номер девятый – Эдвин Капет. Номер десятый – Алексей Кононов. Номер тринадцатый – Алексей Самойленко. Номер восемнадцатый – Максим Михайлов. Либеро команды номер одиннадцатый – Валентин Дронков. Номер шестнадцатый – Илья Федоров. Исполняет обязанности главного тренера команды «Заслуженный мастер спорта России» Алексей Первов. Ассистент главного тренера «Заслуженный тренер России» Владимир Олегна. Тренер команды «Тамаза Котова».
Ну что же, друзья, прямо сейчас нужна ваша помощь. Ну пошел! В определенный момент поднимаем руки и кричим «Хей!». Приготовились? Отвечает, кто помогает, все время говорите, рабочий разговор. Андрей, молодец. Thank you.
Держался и темп команды Ярославич. Ну и друзья, давайте объясним. Спасибо, Зенит Казань вместо Ларана Олеговна, игрока номер 5. На площадке
Шумовую атаку! Видео просмотрим в этой партии.
участника, девушек из группы поддержки. Давайте поаплодируем, друзья! Громче, громче, громче! Thank you.
ответ по запросу команды «Зенит Казань». У них свои задачи. Даже не хочется сравнивать вообще степень задач у нас и у них. Каждый мяч максимально. После этого собираемся в круг, да? Отдаемся. Я уже сказал это на собрании. Давай! 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 Thank you.
буквально, ребята, шестая там, шестая. Парни, можно докоротить? Давай, давай. Просто вверх закрываем его, все, давай. Все, все, хорошо. Oh!
Thank you.
Поэтому если ты проголодался и решила побаловать себя.